Эта зловонная лужа практически никогда не высыхает, и так уже несколько лет жалуются одесситы, которые живут в районе пересечения улиц Столбовой и Агана Гена. Вже декілька років мешканці навколишніх будинків скаржаться на неприємний запах та затоплену вулицю, але на допомогу їм ніхто не поспішає. Нещодавно комунальні служби відкачали воду з каналізації, але, як говорять жителі, через декілька днів її знов затопить. Ну, вот в среду приехала бригада, которая выкачала нам, просто выкачала, ничего не вычистив, ничего не сделав, и вот опять у нас полный люк. Уже течет больше почти 2 года, вытекает на проезжую часть Столбовую, разбила дорогу, тут проехать невозможно, ни скорая не может заехать, ни такси, ничего. Попадают машины просто, и потом выходят и возмущаются. Изначально, рассказывают местные жители, на месте люка были старые доски и поддоны, которые постепенно обвалились в канализацию, что, по всей вероятности, и вызвало подтопление. Там глубина 3 метра, если не 4, и туда надо залезть и там выкопать, вычистить. Почему? Потому что раньше не было здесь крышки вообще. Стояли поддоны, стояли доски. Оно обвалилось, эти доски, наверное, туда попадали камни, так, когда оно обвалилось вокруг, тоже где-то там упали. Его надо просто вычистить, не выкачать, а именно вычистить, вытащить все, что туда нападало. Жители неоднократно обращались к коммунальщикам, однако водоснабжающие организации нам сообщили, канализация не находится на их балансе, и производить какие-либо работы, кроме откачки нечистот, они просто не имеют права. Никто не приезжал, никто ничего не делал. 2 письма пришло. 2 письмо пришло о том, что это относится к стекольному заводу, которого уже нет, который развалился. И никто ничего не хочет нам помочь, никто ничего не может сделать. Там осталось частное предприятие. Там не одно частное предприятие. Если это частное, так это пусть частник это и решает. Он брал это все в свои руки. Пусть ищет на чем балансе. А нет, какой-то принимают какое-то это решение. Или они ждут, когда мы выйдем дальше на дорогу. Только такими методами можно решать каждый год? Или что? Или только когда выборы? У нас дети, они играют на улице. Посмотрите, как везде попроседало. Вот мы стоим здесь, оно здесь. Оно все размывает. Оно размывает. Откуда мы знаем, где, когда оно еще провалится? Здесь ходить небезопасно. Этой гадостью, а вонь какая-то ужасна. Если даже завод сейчас не работает, у этой территории наверняка есть владелец, который и должен заказать и оплатить ремонтные работы. Но кто он и где его искать, местные жители не знают. По иронии судьбы, эта улица носит имя Иоганна Гена, известного промышленника, который организовывал в Одессе работу множества предприятий по выпуску, в том числе сельскохозяйственной техники. За выдающиеся заслуги перед Отечеством в деле улучшения и распространения земледельческих орудий и машин Иоганн Ген был удостоен звания потомственного почетного гражданина Одессы. Такое отношение к работе, к сожалению, наблюдается далеко не у всех современных предпринимателей.